Четверо мужчин попытались открыто похитить более миллиона рублей у жителя Ярославской области, за что и были задержаны полицией на месте. Как сообщают в УМВД, злоумышленникам стало известно, что потерпевший будет переносить в сумке крупную сумму – более миллиона рублей. Подготовились основательно. Один из подозреваемых через бинокль наблюдал за остановкой и информировал остальных с помощью рации. В его машине были подготовлены вещи для переодевания. На одном автомобиле регистрационные знаки отсутствовали, а на другом были заляпаны грязью. Однако тщательная подготовка не помогла. У сотрудников УМВД уже была информация о готовящемся грабеже, и все возможные пути отступления были перекрыты. После задержания каждый из мужчин озвучил свою версию нахождения на месте преступления. Попросил брат съездить, отвезти их. Сказал, что денег за это дадут. Сказали, долг должен. Кто? Человек, ему надо было просто по лесу ударить. Машину я брызгал. Ну? Надо где-то указать его, дать ему по башке, чтобы больше так не делал. Органы следствия вышли в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении трех подозреваемых. В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.